пожалуйста, Марина Николаевна. Спасибо. Прусакова, фракция КПРФ. Я хотела бы пояснить позицию, почему мы воздерживаемся, но не удивлюсь, если меня теперь на незаконных, несанкционированных митингах казаки будут пороть больше, чем представители каких-то других политических сил. Наша страна многонациональная, есть очень много представителей разных разновидностей действительно уважаемых малых народов, культур. Отношусь особо с уважением к культуре казачества, но так как представители данной, как назвать, сообщности иногда выступают как раз как карательный орган, считаю, вот и мы посчитали возможным воздержаться, дабы все-таки выразить такое отношение.